В доме жителя Избербаша обнаружен цех по переделке оружия. Об этом сообщает МВД республики. Установлено, что 49-летний мужчина занимался переделкой гражданских образцов оружия под боевой аналог. В результате проверки полицейские изъяли сигнальный пистолет со стертым номером, два магазина, снаряженные патронами, капсулы-воспламенители и многое другое. Подозреваемый задержан. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.